Был вопрос про первую петельку, как я это делаю. Сейчас я покажу это медленно. То есть складываем нити вот таким вот образом. Чтобы получилась вот такая конструкция. И вводим крючок сначала вот сюда, затем вот сюда и вытягиваем нить. Получается петелька. На самом деле я первую петельку делаю достаточно сложно. Есть более простые варианты. Вот один из них. То есть складываем нить вот таким вот образом. Дальше вводим крючок и как бы закручиваем нить вот таким вот образом. Вот первая петелька и готова. Дальше вы можете вязать цепочку из воздушных петель. Ну и так далее.